Кинокомпания Craftsman Art Family Production представляет. Друзья, а в конце этого видео будет немножко информации о следующих видео. Тем, кому реально интересно, досмотрите до конца, либо перемотайте и посмотрите в конце. Поехали в видео. Интернет. Что мы знаем об интернете? YouTube, TikTok. С кучей бесполезных блогеров, которые снимают одно и то же, копируют у друг друга форматы, но мы не такие. А теперь всем здравствуйте! Добро пожаловать в мою творческую мастерскую! Это видео должно было быть не таким, не таким! Мы хотели просто, как все, снять проверку лайфхаков. Но после того, как я посмотрел хренолиард миллиардов этих долбанных лайфхаков, я понял, что везде одни сплошные баяны! Все время они снимают одно и то же, и у них есть просмотры. А у меня нет просмотров, никто не смотрит, поэтому мне насрать, что я буду снимать. А теперь посмотрим, что они нам предлагают. Видели, что они нам предлагают? Вы видели? Они предлагают нам взять молоток, взять вот эти хреновые гвозди, вот эти вот хреновые гвозди, вот эту резинку, вот эту вот резинку. И потому что у нас же нет рук, надо взять вот эти гвозди и прихреначить, вот просто взять и прихреначить их к ручке, вот так вот этой долбанной резинкой. И типа это будет охренеть как удобно, какой нафиг, они все разлетелись. Ну давайте посмотрим следующий. Вы видели? Вы это видели? Я это видел. Сейчас мы это попробуем. Обязательно. Шуруповерт. Шкурка. Карандаш. Ножницы. Доска. Изолента. Вот сколько нам всего надо. Берем карандаш. Запихиваем. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот. Много. Отрезали. Накрутить. Мы пытаемся накрутить его. Не знаю, как они накрутят, но мы накручиваем. Мы накручиваем. Теперь это пытаемся запихать в наш шуруповерт. Пытаемся запихать в наш шуруповерт. Запихать. Зажимаем. Я зажал. Берем изоленту. Берем изоленту. Берем изоленту. Заматываем вот так вот, заматываем. И теперь вот этой хренью шлифуем. Нихера себе, не шлифует! Давайте же посмотрим следующий. Болгарку, Карл, болгарку! Они собираются этим заменить болгарку. Болгарку! Этой херней, вот это вот! Так давайте же проверим. Я уже тут подготовил себе вот эту хрень. Диск. Шайбы. Смотри. Пробуем. Деваем шайбы. Упорную даже гайку я ношу. И все мы это... выравниваем, естественно, нужна же центровочка. Центровка. Даже ключом зажмем. А так. Зажали. Проверяем. Вот это так болгарка, так болгарка. Может хотя бы досочку. Давай попробуем. Как нахрен это сделать? Я не понимаю. Как не нахрен это? Я могу только сирукать. А что такое? Да я вам таких лайфхаков могу придумывать на ходу. Допустим, вы напердели. Что же нам делать? Осветитель воздуха! Па-бам! Дерево можно рубить мачете! Па-бам! Допустим, мы с вами оказались в лесу, и нам нужен огонек. Что же нам делать? Вы напердели? У вас осветитель воздуха? Оп! Не работает, блядь! Попробуем еще раз. Зажигалка.
Не работает, блядь! Тухнет все к ебаной матери! И у этого дерьма миллионы просмотров, миллионы подписчиков. А у меня ни хрена нету! Может, мне тоже начать такое дерьмо снимать? А теперь, друзья, та самая информация. Меня положили в больницу, поэтому видео могут задерживаться. Сколько я там пролежу, неизвестно. Это видео, которое вы смотрите, было снято ранее. Просто выложили его именно сейчас. Я вернусь, все будет хорошо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.